ребята, тоже мечеть, смотрите, какая здесь мощная. Всем доброе утро, ребят. Проснулись. Ой, блин, вставать так неохот. Ой, жесть, просто, не. Блин, так тепло под одеялком, бля. Короче, мы где-то встали. Нам еще до терека катить надо. Между териком, получается, и Назрань. В Полино. Ну как в Полино, заправки на какой-то. Ой, вставать, одеваться надо. Машинки-то ездят. Ну там, туда вот в ту сторону нам, получается, надо. На терек и там направо. Дядя, он катает машину с утра. Так что сейчас будем тоже просыпаться. Немножечко надо. Ой, вчера кое-как чудом успел все сдать нам. Уговаривал вчера клиентов, что, говорю, сам буду помогать разгружать. Помогу, говорю, разгрузить это. Прям нормально так все вышло, четко вроде как бы. Все выгрузил, сейчас пустой. Надо вот лететь, грузиться. Так, ладненько, давайте, ребят, просыпаться будем и поскачем. Все, ребят, запустились. Мотор запустился вроде, слава богу. А то один раз, ты помнишь, у меня даже аккумулятор умер, блин. Зашел сейчас на заправку, то есть, вернее, не зашел, меня пригласили. Здесь вот заправка. Вон там мужчина где-то ходит, а вон он ходит. Видно, нет ли. Что-то сначала видел его, потом не вижу. Короче, на заправку сейчас меня парень пригласил здесь местный. Чайку попить. Я говорю, мне прям это, ребят, везет. Вчера на заправке на газовой стоял. На Назране заправлялся. Тоже мальчишки на заправке молодые. Лет, наверное, там, я не знаю, может, по 18, нафиг. Ну, что-то в этом роде, ну. Тоже пока заправлялись. Тоже чаек вынесли. Давай, говорит, чайку попьем. Туда-сюда чай попили. Постояли, поговорили. Вот такие дела, ребят. Хорошие люди такие, вот дай бог им здоровья, конечно. Молодцы, блин, вот. На улице вроде холодно. Может, чай, говорит, попить, раз это. А этот сейчас вот парень говорит, пошли, говорит, это, ко мне, говорит, чай попьем. Ладно, думаю. Мило дело. Сейчас попил чаечек, блин. И прям проснулся. Время у нас 7 утра, да? Тоже с одной стороны радует, но какой-то шум есть, я не могу понять, что это такое. То ли цепь, вроде не цепь, думал ролик поменял перед отъездом, шум опять тот же, все равно какой-то идет непонятное есть, что говорить то Обычно говорят, хороший шум наружу вылезет потом. Наверное, на улице зима, нежелательно бы вылазил, чтобы он. Ладненько, что мы все. Едем потихонечку, тронули. Так, у нас впереди терек будет. Но нам его желательно бы объехать. Там, блин, столько блокпостов тоже. Ну, не суть, конечно, не то, что блокпосты. Нам еще Сбербанк бы найти.
Я с утра встал, денежка уже приземлилась нам. Вот это радует. Сколько мы были в этом? Ехали. Мы в понедельник загрузились. В понедельник, вторник. У нас сегодня что? Среда, что ли? Или четверг? Блин, вообще, ребят, голова не соображает уже. Так. Ёлки, сегодня четверг. Вчера мы выгрузились. Выгрузили весь груз. Так, так, так. Это мы что получается? Понедельник загружались, мы ехали. Вторник мы ехали. В среду мы выгрузились. Три дня. Что-то мало я заработал за три дня. Но... За три дня у меня вышло по моим расходникам и то, что я заработал. Так, это что входит? 9 тысяч в день, что ли, я заработал? Рейс этот. Это я отнимаю уже горючие это. Потому что этот рейс у нас почти 40 получился. Ну да, в районе 9, наверное, у меня ушло на еду, на топливо сюда, по-моему. Где-то так. Ну нормально. С утра я встал, то есть пока вроде настроение хорошее. Деньги, самое главное, прилетели. Все оплатили, я развез, как говорится. Все рады. Я рад, сейчас загружаем два груза. И едем на Уфу. Ребята, вот еще один пост у нас. Дейская, поселок Дейская. По правой стороне мы его, что ли, получается, объехали. Там ничего и не было такого-то. Собственно, даже это. Заснять заправки только были вон справа. И тут слева пару магазинчиков. Что-то я так и не помню, как мы так проехали. Надо было, наверное, налево это внутрь на интерик, а по правому мы, наверное, объехали, получается. Короче, терик, ребят, мы проскочили. Едем дальше. Такие вот дела. Смотрите, там горы прям так вообще, наверное, близко не видно нифига. Это такая красотища там. Ставропольский край заехали только что, ребят. Едем, нам до Георгиевска еще пилить. В кафе зашел перекусить. Сейчас лагманчик заказал я. Лагман перекусим и поедем дальше на загрузку. Спасибо. Так, сейчас перекусим, позавтракаем, поедем дальше, ребят. Ребят, завтрак обошелся так, 300 ровно рублей. Лагман и салат Цезарь. В принципе, нормально. Готовит, кстати, вкусно вообще прям. Мне понравилось. Но я уже так наелся, блин, вообще не лезет. Ну, придется посидеть, чтобы немножко утрамбовался. Все, ребят, покушали. Вот кафе. Чайхана, Кавказ, магазин. Там у нас Георгиевск, получается, да?
А, ну и прямо он, и налево. Очень хорошо готовит, ребят. Прям вообще понравился мне. В этих краях, по-моему, где только не поешь, везде вкусненько все. Так, а нам надо теперь найти загрузочку, где грузиться мы будем. Созвониться. Сейчас будем искать. Едем грузиться. Навигатор что-то мне вообще не показывает. Этот поселок, блин, какой-то там. Поселок в поселке. Как так указали, я вообще не могу понять. Станица одна, станица поселок. Не может быть такое. Будем сейчас звонить, узнавать, ребят. Ладненько.